друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Сегодня у нас обзор очередной на необычную рыбку тетраконга. Сразу хочется сказать, что тетраконга считается одной из самых красивых хроциновых рыб. Она очень мирная, стайная рыбка. Вырастает самец до 8,5, а самочки до 6 сантиметров. Обязательно в аквариуме должно быть место для плавания. Они не любят яркий свет. Конго пугливы, с агрессивными и очень активными рыбками их держать не рекомендуется. Даже во время кормления они не проявляют особой активности. В живой природе тетраконга живут в Африке, в Заире. Соответственно, судя по названию, уже можно догадаться, что населяют они реку Конго. Именно поэтому у них и название такое. Питаются всем, чем придется. Это могут быть насекомые, личинки, черви и даже растения. Живут эти рыбки от 3 до 5 лет, ну, соответственно, при правильном содержании. Отмечу, что начинающим аквариумистам лучше обойти тетраконга стороной. Она не совсем, конечно, сложна в содержании, но и непроста. Стоит только одно кормление. Они, конечно же, едят все, что вы им дадите, то есть, ну, неприхотливы в кормлении. Но при условии, что что-то останется от других рыб, если они у вас не одни в аквариуме. Потому что, как правило, они уступают другим рыбкам и едят в последнюю очередь из-за своей робкости. А для содержания должна быть мягкая температура, примерно 23-28 градусов. pH от 6 до 7,5. Можно разводить конго в аквариуме. Как правило, отбирают самую яркую цветную пару. Усиленно кормят в течение 2 недель, при этом самца и самку содержат отдельно друг от друга. И потом пересаживают в нелистовик, в который обязательно нужно положить сетку, посадить какие-либо растения, так как они очень это любят. Желательно добавить сразу же метиленовый синий, о котором у нас уже было видео. Это для икры, потому что большая часть икры, как правило, погибает. Самочка выкладывает в основном 100-200 икринок, иногда, в редких случаях, до 300, даже до 400, но это бывает очень редко. Потому что родители, склонные к поеданию икры, они не различают, своя икра или не своя, поэтому внимательно нужно за этим следить, и лучше бы вообще родителей в дальнейшем отсадить. Как обычно, для того, чтобы не стимулировать, температуру воды поднимают в районе 26-28 градусов, то есть на предельных нормах допустимых. Самец начинает гонять самку, пока не произойдет чудо. Вы не пугайтесь, он ее не хочет убить. Такие вот они, самцы. И после этого, когда икра будет уже находиться в сетке, под сеткой в растениях, нужно будет пару убрать, лучше убрать ее через 6-7 дней, как правило, уже получается полноценный малек. Вот такая вот рыбка. Это, в принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Сейчас предлагаю еще немножко полюбоваться ими. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Пока. До новых встреч. До свидания.